Гречка, царица круп, а гречневая каша – ценный диетический продукт. В 100 граммах крупы в среднем содержится около 350 килокалорий, а в каше – около 100. Гречка богата клетчаткой и сложными углеводами, белком и витаминами группы В, а каша из нее – минеральными веществами. Таким образом, обыкновенная гречка необходима для здоровой работы сердца и сильного иммунитета. Способна понизить уровень глюкозы в крови, а еще полезна для кишечника. В любое время суток она подарит ощущение сытости и здоровья кожи, ногтям и волосам. Традиционно в пищу употребляются только зерна, а ведь и листья, и побеги гречихи тоже можно добавлять в супы, салаты, соусы и маринады. Диетологи рекомендуют гречку во всех видах и детям, и взрослым. Ее преимущество прямо-таки налицо. Приятного аппетита!